Добрый день, как всегда, в работе. Сейчас интересную кабину сниму, китайца. Офигел. Наш тентовый. А вот. Вот такая вот кабина. Тут можно стоя стоять, даже мне. Рабочий день. Вот. Переводим конструкцию, начинаем монтировать. Так что работа идет. Конечно, чуть-чуть еще не с привычки, но я думаю, что сейчас темп подогоним. Коллеги помогают. Все будет хорошо. ВАЗ набирает свои обороты. Гар. Вот машина. Высоко. Освещение все есть. Генератор стоит. Вентилятор. Вот фундаменты готовы, которые, когда я уезжал, их готовили к заливке. Они уже готовы. Вот еще один фундамент готовый. Так что все идет по плану. Поднялась пыль над карьером и дует у нас также. Вот такая запыленность. Машины еще раз полили. Остается буквально 5 минут до конца сегодняшнего дня, 22 июня. Вот. Погода хорошая. Мне даже здесь воды полили, чтобы пыли не было. Прикольно. Ночь. Видите, не совсем темно. Но сегодняшнего дня будет. День пойдет на убыль. Вот такой вот у нас. Тут я без 5:12 ночи. Вот такой вот это. У нас у меня жарко. Водой полили. Базу. Прикольно. Прикольно. Всем хорошего дня. У нас продолжается работа.